Мы решили прийти в другое заведение. Потому что пока есть время до комендантского часа хоть где-нибудь еще посидеть. Ну, то реально просто жесть. Центр я не хочу, холодно. Хочется на районе. Какой центр, Настя? Далеко. Настроения нет уже. Ребята, зашли мы в заведение, я даже не знаю, это очень высокие стулья. Это паб. Это, да, паб. Да, он поснимает. А вот само заведение. Как вы можете видеть, классно. Бе, а я пивная фея. Мне было плохо. Я пивная фея. Здесь вам было плохо? Так, а что ты захотела сюда выбрать? А можно, пожалуйста, кого-то? Зачем? Я же говорю, что... Спросить за кальян. Кальян там есть, Настя. А, не, посмотри, вот это что? Может, это вы? Да, но там есть кальян. Зачем? Почитайте сначала. Зачем убивать людей? Кальяны, да. Они же должны подходить сами. Даже кальянчик. Прочитайте. Классичный табак, премиум, легкий, премиум, міцний. Фруктові чаші, апельсин чаша, грейпфрут чаша, ананас чаша. Ну да. Ананас чаша дополнительно. Да, это все дополнительно. Нет, надо самый обычный брать. Ни на молоке, ни на чем. Никогда не пробуйте. Обычный самый. Я вообще не курю кальяны. А как его тут поставят, я извиняюсь? На пол, походу. Я тоже. Давайте только быстро решим все. Пивная фея. Да. Так вы решили, что мы не курим? Давайте. Я не курю кальяны. А что ты хочешь? Бар. Потолочек, конечно. Я буду пить это фас. Сколько, Настя, сколько ты сказала? Пивная тарелка, я не знаю, как правильно сказать, вроде пивная тарелка. Ну что, я только попаду. Что тут происходит? Давай, говори, что там. Килограмм 100 гривен. Ну какой килограмм 100 гривен? Да серьезно, пивная тарелка. 2,50 евро, ты что? Окей. Листаем меню, Настя говорит, что здесь килограмм шашлыка 185 гривен. Ой, я припутала. Сколько? 780. Я нахуй. Настя уже глаза того. Ты уже, походу, все. Кондиция дошла. Клиент созрел. Я не знаю, почему. Короче, переместились мы сюда, потому что девочки хотят курить кальян. А наверху его курить нельзя, поэтому нам сейчас тут дадут пледик и будем тут сидеть. Говорит, проверь, там есть стекло? Такие смешные. Я думала, реально. Ты думала, да? Нет, мы шли, я говорю, тут стекла нет. Она говорит, есть, чистая просто. Декорация. Сейчас пледик дадут. Нам надо опять принести. Спасибо за время. Спасибо. Все, я нажимаю. Мне пофиг. Так мы шли уже сколько? А что ты? Фу. Фу. Ужасно. Воняет спиртовой прослойкой. Хорошо, какое тесто мне нравится. Телефон мой где? Дякую. Телефон где началось? Телефон где? Мы быстрее. С тобой ничего не выбрали, давай выбирать. Все? Тогда с Пашей его быстро раскрыли. Пледы на месте? Ну что-то вообще не особо, он теплый. А мне нравится. А ей нравится. Ей все нравится. Единственный человек в этой компании, которому нравится все. Да. Я летом сидела под этим пледом, и мне было холодно. А все тут любят повозмущаться, да? Он будет 20 минут готовить самый легкий кальян. Я дома, пока бахнем, они 20 минут приносить, это сухарики будут готовить, режут уже хлеб и сыром камамбер. Это чеддер. Да простите. Камамбер. Камамбер это тот, что макать надо, да, он такой поняла. Круглый. А что, чеддер? Да вообще. А давай. Соль тут есть? Погнали отсюда. Это бавовна украинская, между прочим. Это выяснили. Настя пиво, Настя это, я мохито. Так вот тут какая-то пенка огромная. Да это не в Инстаграм, это же просто. Да, сыра больше. Такие вот сухарики с сыром чеддер. Настя, вкусно? Настя злится, говорит, соли мало. Так себе. Ну, сойдет? Мало, там написано, что он с чесноком, я не чувствую. Ну, сойдет? Да, нормально. Нормально. Я не все нормально, я вам уже 100 раз говорила.
Пиво вообще. Вкусный, кстати, мохито. Бавовна крепкая, очень. Да, это ужасно. Пиво плохое? Тебе же я наговорила. Я же говорила, Таша. Настя, как тебе делаешь? Вот там один, или тут? Номер два, номер три. Как можно понять? Тут хуже? Крем, да. Ну, это же хорошо. А как ты Джек Дэниелс собиралась пить? Просто его ну, на. Он не дотянется. Все, наконец-то им принесли кальян, они его ждали минут 30. Тяжело? Ждали, ну, ждали, такое. Дождались. Он просто из-за того, что прохладный. Так может... вы же взяли мицны. Мы сказали, а, вы сказали, да, я не слышала. Нормально? Да, крепенький? Лимон мой, где? Крепенький? Да. Но не крепче, чем бавовна. Сухарики мне не понравились, чеснока мало. А что он крепкий? Я не крепкий, уже ничего после бавовны. После бавовны и не крепкий, крепкий. Не, нормально, крепкий. Не прям крепкий. Тавтология. То, что тавтология крепкий, не... да, не важно. Что, ты уже выпустила? Да. Колечки можешь? Нет. А ты? Она может. Как тебе сухарики? Мне наоборот. Плохо. Сейчас мы еще лимончик Насте взяли к пиву. Сейчас, думаю, ей полегчает. Выдавим. Он никакой. Он даже не вкусный. Он со вкусом. Молодцы. Даже, ты точно с короной. А да какой вы вкус взяли? Мы же не уточнили. Кисло-сладкий. Надо было говорить, как где, наверное, какой. Кисло-сладкий? Кисло-сладкий. Макдональдс. Соус. Ну что, сегодня крепкий? Попроси крепкий, он тебя такого сейчас намутит. У меня в голову, блин. Не, мне я бы под кальяна ответила. Спасибо, спасибо большое. Лимончик. Ты дождалась. Да ё-моё, ну что это такое вообще? Настя. Он убегает от меня. Ты вообще его сто лет... Настя. Что? Сто лет не курила, наверное. Нет вкуса. Нет вкуса. Нет вкуса. Реально нет вкуса. Кто из вас врет, троих? Я в кочетке. Верим большинству. Ты врешь. У меня в кочетке два кальяна стояло. Да, Настя, ну ты давай по сухарям вот это не делай. Настя, круто. А мята какая? Мята. Так плохо видно. Так, попробуем с лимончиком. Норм. Кашлянула, значит. Кашлянула. Идем мы уже до дому, до хати, тому що комендантська година. Хорошо, ми посиділи. Да, девочки? Да, очень. Да. Молодцы. Надо ускориться, потому що тебе закрою. А, еще хотим зайти в АТБ, потому що хочу семечек купить і сигарети нам нужны. В смысле? Купить. Сухих купить. А. Очень холодно. Сколько сейчас градусов? А сколько сейчас градусов? Сейчас говорят, эти фонари выключат и будет капут. Все, так что мы ускоряемся. Вот это вот самое любимое мое мороженое. Каштан шоколадный. 30 гривен.